чемпионате четырех континентов. Найон Ким заняла 4-е место, между прочим. И каталась очень хорошо, и получила там больше сотни баллов за свою произвольную программу. Но пока вот у нее хорошее катание случается только лишь всплесками. Нина Петушкова катается следующей. Катается под музыку «Красная стрела». Поезд «Красная стрела». Нина Петушкова, ученица Жанны Федоровны Громовой. Между прочим, серебряный призер чемпионата России. Ну,
Работает с Жанной Федоровной последние два сезона. И после того, именно после того, как оказалось под ее руководством, сделал вот этот грандиозный скачок с 9-го места чемпионата России на 2-е. Ну и в прошлом году, как уже было неоднократно сказано, заработал свои лучшие результаты в карьере на турнире Cup of Russia. Была очень близка к лидерам после короткой программы. Симпатичные у нас получаются истории в повторах порой, да, с этими реакциями тренеров. Два двойных в каскаде. И иногда на каком-то, ну, заходит, предположим, на вращение, думаешь, ведь сейчас же поставят низкий уровень за это вращение, потому что заход простой. И судьи не впечатлятся в очередной раз. Поставят невысокие оценки. Petushkova is 125.61. She is currently in the second place.